Здравствуйте! Сегодня я приготовлю фруктовый пирог. Просеянную муку соединю с сахаром и солью. Добавлю нарезанное холодное сливочное масло. Разотру вилкой, чтобы образовалась крошка с кусочками масла не больше горошины. Ледяную воду добавлю к крошке. Перемешаю вилкой. Правильное тесто при сжимании в ладони должно держать форму. Если это не так, добавьте еще немного воды. Разделю тесто на две части, большую и меньшую. Каждую часть переложу на пищевую пленку, прижму. Придам плоскую форму. И поставлю в холодильник минимум на час. Между двумя слоями пищевой пленки раскатаю большую часть теста. Примерю форму, сложу в четверо и поставлю в холодильник на 20-30 минут. Аналогично раскатаю меньшую часть теста. И также поставлю в холодильник. Вишни без косточек соединю с сахаром, корицей и крахмалом. Тщательно перемешаю. Сниму пленку и выложу большую часть теста в форму, тщательно прижимая к бортам. Удалю пленку. И присыпая тесто мукой, сглажу образовавшиеся пузырьки. Начинку распределю по форме. Накрою меньшим пластом теста. Оформлю края.
центре острым ножом сделаю надрезы для выхода пара. В разогретую до 200 градусов духовку ставлю решетку, на нее форму и выпекаю 45-50 минут. Готовый пирог полностью остужу в форме. По желанию пирог можно посыпать сахарной пудрой и подать со взбитыми сливками или мороженым. Ингредиенты и нюансы приготовления вы найдете в описании под видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь с друзьями, пишите комментарии. С вами была Ирина Подолян на канале «Приятного аппетита».